Здравствуйте, люди, здравствуйте, люди. С вами снова я, с вами опять, ай-яй-яй. Не первый, но и не последний московский, а видеоблогер. Видеоблогер. Короче, всем привет. Это 18 июля 23 год. Короче, это долгожданный обжорище Мухбанг. А знаете, значит, что, мальчики, девочки, девочки, мальчики, тетушки и дядюшки, бабушки, дедушки, мальчики, всем привет. Это, короче, обжор, дегустация. Вот такие блинчики, которые называются морозка. Они имеют очень много всяких медалей, да, и бронзовых, и золотых. Короче, и форум прошли, и лучший продукт даже на российском рынке. Российский фермер, бронзовые медали, замороженные продукты. Вот такая вот, короче, штука. Но они самые лучшие, вот из всех, которые я только перепробовал, блинчики морозка, это с молодыми бычками, вот, с молодыми бычками, с мясом, с мясом. Вот, вчера я пробовал блинчики морозка с лимоном, яблоком и корицей. Накануне я пробовал с творогом, а сегодня я буду пробовать с ветчиной и сыром. С ветчиной и сыром. Это, пожалуй, не считая вот с мясом молодых бычков, а потом уже вот эти, короче, самые дорогие. Самые дорогие с мясом молодых бычков и вот эти вот, и вот эти. А остальные все подешевле. Но вот когда они по скидке, вот за такую пачку, в которой 210 граммов, тут три блинчика, цена стоит около 90 рублей, а остальные там 60 там, чем-то, 70 чем-то, 80 чем-то. Ну вот я вчера взял все по одной цене, грубо говоря, по скидке, по акции, вот по 45 рублей. Так, завидуйте молча, вот такие блинчики, и вот они уже готовы, и вот я сейчас буду, короче, дегустировать. Я буду сейчас дегустировать. А на улице сегодня с самого утра, не пойми что, такое пекло было, солнце светило по-страшному. Сейчас вообще солнце очень опасное, по телевизору сказали, очень опасное. Магнитные бури вызывает вообще, и даже компьютерную технику выводит из строя. Очень какое-то вообще, очень радиоактивное солнце, поэтому будьте осторожны. Сегодня гроза в Москве прошлась, в моем районе пару раз громыхнуло сильно. Дождь был, но не особо сильно, это в моем районе. А в других это вот... охладиться в частях Москвы такой дождь был, что даже там некоторые улицы даже затопило, люди не могли дорогу перейти, подземные переходы затопило, а люки канализационные, эти вот водостоки, водоотоки не успевали даже справляться со своей задачей, и вот это где-то была очень страшная вот такая шквалистая гроза, но вот у меня на районе как бы все миновало, вот, поэтому... А блинчики я здесь сегодня дегустировать буду вот с таким чаем, азерчай называется. Это вот такой черный чай с ароматом бергамота, высшего сорта. Обалденный, дорогой, престижный чай, вот за 400 рублей. Вот, ну что, я люблю всегда с майонезом. Можно с кепчуком, но это уже по вкусу, можно и так. Но я люблю с майонезом. Вот, майонез заканчивается, поэтому кто сколько может, помогите московскому обжорщику на майонез. А то майонез у меня заканчивается уже, а я без майонеза жить не могу. Вот, всем донатерам, всем фанатерам респекторс и уважуха. Полковнику Добросвет привет от меня, Нижнему Новгороду. Вот, всем, кто меня любит, кто меня ценит, моему фанату, моим фанатам, всем анонимному, настоящему фанату, вот, кто донатит во вне стримов, на стримах, огромное вам спасибо, кто лайки пишет, кто комменты ставит. Все мальчики и девочки, огромное вам спасибо за поддержку. Майонез вот такой вот обалденный, проверенный Роскачеством, это татарский, мистер Рика, оливковый, просто обалденный, органик контроль, вот такой вот, вот такие блинчики, вот я уже помазюкал их майонезом, видите, какие золотистые, красивые, по-домашнему, золотистые, хрустящие, вот такие вот, симпатичные, очень ароматные, давайте попробуем, эти, короче, с ветчиной и сыром, впервые буду пробовать, вообще впервые. Так, всегда нежные. Во, только откусил, уже там начинка пошла. Что, сочные, вкусные. Да. Сыр вижу там плавленый уже. И ветчина. Очень вкусная. Обалденная. На что похоже? Обалденная.
Да. Вкусно. У меня такое впечатление складывается, мальчики, девочки, что морозко это вообще самое лучшее блинчика. Мираторг, кстати, тоже хороший. Как-то брал, помню, по скидке. Да, ветчина есть. Нормально. Довольно-таки много. Вон она. Ветчина с сыром. Не, мне понравились. Вкусные. Ну, с мясом молодых бычков еще лучше, конечно. Ну, а так они все хороши. И с корицей, с лимоном, вот с яблоком, и с творогом, особенно тоже много там творога. Ну, короче, все хорошие. Все вкусные. Да. Может, начинка не такая богатая, но и не бедная. Все в меру. Хорошая. Вкусная. Нежная, сочная, хрустящая. Без всяких посторонних привкусов. Обалденная. Заказывайте обжорчики. Вот приветики. Запишу для вас видеообжор. Кто сколько может, помогите. На еду, на развитие канала. Скоро я поделюсь с вами ссылочкой на Boosty. Пока просто не знаю, что туда выкладывать. Но уже аккаунт создал. Буду там тоже развиваться. Проводить там стримы буду в хорошем качестве, как раньше. Да, обалденные, вот эти тоже. Вкусные. Горяченькие, обалденно сочные. Да, морозко умею делать. Жалко. Майонез кончается, все кончается. Все деньги на еду уходят. На еду, на проезд, на интернет. На выпивку. Вкусно. Обалденно. Осталось попробовать еще с курицей. Ни разу не пробовал. Блинчики с курицей, с куриным мясом. Так что ждите, следующий обзор будет. Блинчики, морозко с куриным мясом. Ну, с ветчиной и сыром мне понравились. Нежные, сочные. Ароматные. Да, еще с майонезиком. Вот такие блинчики.
такая начинка. Кошка там, наверное, на сырова надо убрать, пойти. Скоблится. Да, кто сколько может, помогите моей еще кошке на пропитание, голубю, Леониду Сергеевичу Голубкову, вот сидит уже несколько месяцев без зерна. Помогите ему на зерно. А то у меня денег нету кормить его, вот, поэтому хлебом одним кормлю. Поэтому задонатьте Леньке Голубкову вот это на зерно. Ну, с мясом молодых бычков, конечно, самые вкусные. Но эти тоже хорошие. Главное, что нежные они. Очень вкусные. Такие блинчики. Обалденные.